Приветствую вас, дорогие телезрители! Вы смотрите прогноз погоды. И значит, прямо сейчас узнаете все планы природы на вторник, 21 февраля. В студии для вас работает Николай Диденко. В ближайшие сутки густая облачность не покинет небо над Украиной. Практически повсеместно это приведет к осадкам в виде мокрого снега и дождя. Средняя дневная температура воздуха по стране 5 градусов выше 0. И теперь детальнее о синоптической картине в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 0 до 4 градусов тепла. Небольшие прояснения ожидаются в Черкасах и Кропивницком после полуночи. Остальное время в регионе будет преобладать сплошная облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге страны термометры в течение суток покажут от 0 до 8 градусов со знаком «плюс». В Херсоне и Симферополе прогнозируются кратковременные прояснения. Предвещаются и осадки. Мокрый снег и дождь пройдет по всему региону. Ежегодно 21 февраля в мире отмечают Всемирный день экскурсовода. Активно путешествуя и посещая разные города и страны, нам сложно обойтись без помощи профессиональных гидов. Пусть ваша работа, уважаемые экскурсоводы, приносит вам радость, а нам интересную информацию и счастливые воспоминания. И вновь возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температурные показатели в течение суток будут колебаться в пределах 0-7 градусов тепла. Облака займут небосвод над регионом уже ночью и не покинут его до конца дня. С утра и до самого вечера будет идти дождь. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха 2 градуса мороза, а максимальная дневная достигнет отметки плюс 5. Следствием густой облачности станут дождь и мокрый снег. На востоке вторник также выдастся пасмурным. В течение суток термометры в регионе покажут от 3 градусов мороза до 7 градусов тепла. 21 февраля также празднуется Международный день родного языка. Этот праздник напоминает нам о языковом разнообразии и способствует защите и сохранению всех языков народов мира. Речь – источник знаний и мудрости. Берегите ее чистоту и уважайте культурные традиции других народов. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 0 градусов, а днем прогнозируется от 4 до 7 градусов со знаком «плюс». В этот день в небе над областью будет преобладать переменная облачность. На Луганск в ночные часы опустится туман. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 0,3 градуса тепла, а после полудня они будут колебаться в пределах 4-6 градусов выше 0. В Донецке в предрассветные часы пройдет дождь. В Мариуполе утром возможен туман. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 0 до 3 градусов тепла. В дневное время от 3 до 6 градусов, также со знаком «плюс». В Днепре и Кривом Роге облака продержатся на небе с ночи до позднего вечера. Небо прояснится лишь в Павлограде. В областном центре возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 0,5 градусов тепла Киев проведет этот день под хмурым небом. Утром в городе выпадет мокрый снег, а днем и вечером ожидается дождь. Вот таким обещает быть вторник, 21 февраля. Пусть любовь и тепло близких согреет вас в любую непогоду. До встречи в нашей студии.